прошел день ВДВ? За ВДВ. В теплой дружественной атмосфере. В атмосфере. Отпрыгали, флаг поднят. Подняли. Ох. Так. Отметили его прыжками. Да. Вот как-то так. Вот это мы красавцы. Красота! О! Учимся! Пардон! Да. Надо еще немножко. Немножко скручиваемся. Вот организмы стоят. Меня ждут. Вот как-то так. Красавчик. Душ по десантному. Николай, как гомельские десантники отметили день ВДВ? Ну, в этом году мы ожидали, конечно, большое количество людей, которые прошли службу в десантных войсках или в войсках специального, силах специальных операций. Но такого большого наплыва, как хотелось бы, не было. Но все-таки решительные ребята нашлись среди наших десантников. Да, было около 6 человек. Да, 6 человек приехало на аэродром, совершили прыжок с парашютом, как говорится, вспомнили старое. О, даешь ВДВ! ВДВ идет в круг! Вот это ВДВ! Себя очень хорошо зарекомендовали, благодарили аэроклуб гомельский за такую возможность, предоставленную им. Передние лямочки подтяни! Передние! Давай! Перебрал. Развернись, иди на старт! И остались вполне довольны. Ну, будем считать, что они просто не знают про такую уникальную возможность в Гомеле прыгнуть с парашютом на день десантника. Давайте их пригласим на следующий год. Да, я думаю, что, может быть, некоторые, конечно, и не знают. Большинство не знает. Может быть, и большинство не знает. Но да, я думаю, что следующий год, как говорится, год будет юбилейный. 85 лет будет ВДВ. Милости просим, да. Пошел! Да, милости просим. 2 августа. Сюда, в аэропорт Зябровку. Да, на аэродром Зябровку будем работать. Там яма. Где-то лежал огромный хороший серебряный кабель, который достался местному населению. В случае полного отказа вводим в действие запасной парашют. Будёнка! Давай. Так, лица. Давай удлини себе. Зацепим в сторону. Вот тут нехорошо сидеть, меня никогда не снимают. На лестнице присядь. Yeah.
кусочки, дал 3 сантиметра в ноль. Отличненько все. Все, день ВДВ состоял. Да. Угу. Слава ВДВ. Слава ВДВ.